Курение – яд. Об этом нас предупреждает не только Минздрав. Поменять сигарету на конфету горожанам предложили активисты молодежной палаты при собрании депутатов Копейска. Это очень актуальная тема в том плане, что многие люди, которые курят, они не понимают вот этой всей ответственности, всего вреда на здоровье, потому что курение, оно очень медленно как бы влияет на организм, и они просто не ощущают сразу этих факторов, и поэтому продолжают курить. И вот наша сегодняшняя акция, мы призываем людей к тому, что все-таки отказываться от этой вредной привычки и беречь свое здоровье. Подобные акции проводятся 19 ноября повсеместно. Они приурочены к Международному дню отказа от курения. Мероприятие поддержала и компания «Инсит». Сотрудники дарили автонаклейки тем, кто решил отказаться от пагубной привычки, а также копейчанам, которые ведут здоровый образ жизни. У нас в компании довольно молодой коллектив, и мы гордимся тем, что очень низкий процент курящих людей. А в принципе, компания наша всегда поддерживает здоровый образ жизни. Наши сотрудники посещают спортивные залы, секции, клубы, и мы всех агитируем заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Акция «Меняем сигареты на конфеты» будет проводиться еще не раз. Молодые активисты надеются, что после произведенного обмена любителей сладости в Копейске будет больше, чем ценителей табака.